Губернатор провел совещание со своими заместителями и руководителями министерств и ведомств. На Кубани возведут сразу два образовательных центра для талантливой молодежи в Краснодаре и в Сочи. Сейчас по этим объектам ведутся подготовительные работы. Также в краевом центре построят медицинский кластер. Там планируют разместить реабилитационный центр и больницу скорой помощи. Губернатор отметил, в новом лечебном учреждении жители Кубани смогут в полном объеме получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Проект уже разрабатывается. В первую очередь решается вопрос с обеспечением кластера коммунальной и дорожной инфраструктурой. На совещании также обсудили, где можно разместить будущий центр единоборств. В трехэтажном здании планируются залы для различных видов борьбы, а также площадка для проведения соревнований. В Динском районе уже приступили к реализации проекта парка «Патриот». Утверждены ответственные лица, а также дорожная карта.